Две с лишним недели яркого праздника предстоят тверичанам и гостям города. В столице Верхневолжья гастролирует знаменитый цирк Мансуровых. Зрители ждут яркие, подчас экстремальные номера. На первом представлении побывала наша съемочная группа. Цирк Мансуровых – это профессиональные иллюзионисты и артисты оригинального жанра. Бесстрашные канатоходцы и акробаты на мачтах. Огромное впечатление производят номера самих братьев Мансуровых, которые они исполняют под колесами автомобиля. Под куполом зрители поражают своими пируэтами воздушные гимнасты и жонглеры, лауреаты международных конкурсов. Неудивительно, что уже после первой половины представления зрители были в полном восторге. Тем более, что некоторые получили еще и подарки. Как вам цирк? Отличный. Что понравилось? Все есть. Ну, все хорошо. Нам понравились очень трюки, которые показывали акробаты. Замечательные ребята. А еще мы выиграли подарок в конкурсе рисунков сегодня. Да, сынуль? Колоночку. Замечательно. Да, Арсенечка, тебе понравилось? Ждем. Мотоциклов ждем. Номера на мотоциклах действительно стоило ждать. Виражи байкеры закладывают с невероятной ювелирной точностью. По-другому никак. Ведь пространство ограничено, а под седлом до сотни лошадиных сил. Поэтому важно все просчитать. В этом-то как раз и самая главная фишка. То, что в таком небольшом пространстве мы показываем шоу на мотоциклах. Все. Поэтому это все рассчитано до миллиметра. Вы не поверите, просто до миллиметра. Каждый сантиметр для нас важен. А вот этот прыжок, что здесь самое сложное? Самое сложное – это качественный разгон и качественное приземление. Цирк Мансуровых будет радовать тверичан и гостей города вплоть до 9 июля. Расположено Шапито очень удобно, на большой площадке за торгово-развлекательным центром «Рубин». Всех, кто будет приобретать билеты, объединившись в группы, ждут скидки. Кроме того, если в коллективе только дети, то на каждые 10 юных зрителей один сопровождающий идет бесплатно. Наличие свободных мест лучше уточнять заранее по телефону, либо в группе в социальной сети ВКонтакте.